Еще одна детская площадка появилась по губернаторской программе. Новую игровую зону обустроили в деревне Марусино на улице Заречная. Жители ее уже оценили и поделились мнением с моими коллегами. 450 квадратных метров, где можно играть и весело проводить время. Появление такой детской площадки жители Заречной улицы ждали давно. Раньше на этом месте тоже была игровая зона, но она устарела и не устраивала детей и взрослых. Здесь что было раньше? Ну, как сказать, очень сильно разломанная площадка. Страшно было детей отпускать, железки торчали. А так, да. Вот мы только в песочнице играли, потому что было страшно ребенка отпускать. Здесь мы дождались то, что хотели. Раньше горки всякие были, но качельки, помню, две были. Но они мне не нравились. Они очень низкие были, во-первых, и во-вторых, они были со спинкой. Ну и они очень много ломались, поэтому их очень много меняли еще. Именно поэтому жители деревни Марусино приняли участие в голосовании на портале «Добродел». Благодаря их активности этот двор вошел в губернаторскую программу. Данная площадка оснащена освещением. Дальше размещены для досуга родителей также лавочки. Ну и в основном все для ребенка. Это подвижные элементы, это качели, это песочница, это песочный городок, который недавно реализовался, немножко по-другому выглядит, не как песочницы обычные, а это отдельное пространство для большего количества детей, для провождения времени. По проекту детскую игровую площадку должны были открыть 1 сентября, но работу проделали с опережением графика, чтобы дети могли в полной мере насладиться летом. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.